Всем привет, друзья, с вами ММА. И скажу вам, что вы очень круто сработали, ребята. Вчера собрали нужное количество лайков буквально там за пару часов. И за это вам огромное спасибо. Давайте, ребята, я теперь покажу обещанное. То, что я хотел вам показать, это как я апался на 14500. И хочу вам сказать сразу, что не пытайтесь это повторить, потому что это реально жесткая тема. Этот пик не для гемов. Мы сейчас играем не в гемы, а точнее не в баунти, мы играем в гемы. И... блин, центровая Пайпер. И на фланге два сомнительных персонажа, которых, по идее, спокойно могут сконтрить всякие Нита, Спайки и прочее. Но мы так сыгрались, что... так разыгрались, что это было очень круто. Гляньте, на Мортисе уже 710, и он собирается идти дальше. А мне вот осталось 10 кубков, чтобы закончить эту серию, добить видосик. И на самом деле, я не собираюсь на этом останавливаться. Хоть 14500 это последняя планка, то... в принципе, там уже больше ничего не дают, все заберут через неделю, но рекорд есть рекорд, он будет висеть в профиль, и поэтому, ребята, если мы соберем на этом видосе 5000 лайков, то я обязательно выпущу видос о том, как я брал 15000. На самом деле, вы скажете, да, сумма не маленькая, но я согласен с вами, вы задачи такие, как 3500-3000 выполняли вообще легко, буквально прям за пару часов. 5000 можно собрать, ребята, оно того стоит, потому что ни один ютубер из СНГ не собирал такое количество кубков, и я сделаю это специально для вас. Я бросил все свои дела, задрочу в эту игру, и как вы думаете, для чего? Конечно же, чтобы вам это все показать, поэтому я думаю, было бы справедливо, если бы и вы пошли навстречу и помогли мне своим лайкосиком. Так что давайте, ребята, перед началом обязательно закиньте лайк и напишите что-нибудь, что думаете по этому поводу. Идти мне ли дальше или нет, но на 15 я точно пойду, а вот идти ли дальше или нет, я уже решу чуть позже. Ладно, погнали. Ну вот, нашло нам соперников. Это Тима, очень слабая, ребята. Jimmy29, я его знаю, он раньше очень много катал времени с топами и сам очень круто играет. У них очень подобранный пик, прям два фланговых сильных, один метатель, как и нужен для этой карты. И одна из самых сильных, кто здесь всех контрит, это Пенни, потому что карта очень узкая, она постоянно кидает свои рикошеты, свои мешочки с деньгами. И, в общем, это очень напряжная тема. Но, ребята, будем сейчас что-нибудь делать. А что именно, вы сейчас увидите. На самом деле, здесь прикол в том, что мы просто расстреливаем, заставляем их пятиться назад, а вот сзади их уже ждет сюрприз. Какой сюрприз, вы сейчас увидите. Я думаю, вы поняли, что как бы Мортис у нас не такой уж и подарок, потому что у него 700+, и он собирается играть дальше. Он реально жестко на нем катает, и мне прям очень понравилось, потому что я сам Мортиса не апал в гемы, потому что мне больше нравится баунти. Хотя мы там тоже катали где-то, но в целом мне нравится играть в нем больше баунти. Хотя гемы тоже убиваешь просто и все, но это не всегда заходит. Ну вот, ребята, посмотрите, 1-8, мы проигрываем. Чуть-чуть попал, чуть-чуть накопил ульту, и вот смотрите, что сейчас будет Мортис делать. Я уже ничего не вижу, но сейчас будет. Вот просто вот такое, ребята, будет. Этот Мортис реально сумасшедший, но он бы тоже без нас бы не смог, потому что, во-первых, мы стараемся сдерживать фланг, во-вторых, мы их отправляем к нему, когда они убегают от нас. Половина из них всегда коцаны убегают, и именно поэтому у нас все отлично получается. Вот так вот, ребята, слаженная игра и отличный пик. Ну, отличный пик в кавычках, ребята, я, конечно, шучу, никогда не играйте с таким пиком, потому что если хоть один из вас будет косячить, не выполнить свою функцию, то пишите пропало. Ну, я еще скажу, что рикошета, блин, очень тяжело было апнуть. На самом деле, у меня он сейчас тут 660, но я его уже добил на 700. И я скажу так, ребята, если вы хотите увидеть видосики, как же это все было на 7 соток, то поставьте лайк, как я уже сказал в начале. Будет очень крутой видос на 15000, я для вас подготовил сюрприз, наверное. Я думаю, вы догадались, о чем речь, но если нет, то давайте я вам расскажу. Речь о том, что, ребята, я только в одном видосе показал, как я кого-то апнул на 7 соток, потому что там по кубкам попало. Это был прошлый видос, я апнул там Шелли, а вот всех остальных, кого я апал, я почти всех записал, ребята. Не считая там 3-4 персонажей, которые я не сразу начал записывать, сначала не догадался про эту тему. Ну, в общем, давайте, для вас спойлер. Когда
будет здесь 5к лайков, ребята, я выпускаю видос на 15к, и я буду показывать не как я там последние кубки добил. Конечно, покажу, чтобы зрелище приятное вы заценили, но основное, что я покажу, ребята, это то, как я апал всех на 700. То есть видос будет очень топовый. Нет ни одного СНГ-ютубера, кто бы такое сотворил, кто бы этого достиг. Так что я считаю, что какая-то такая конкуренция для вас, то есть 5к лайков — это серьезный вызов. Но я думаю, ребят, такой видос того стоит, и вы обязательно этот вызов примете и спокойно его перебьете. Так что давайте, все от вас, ребята, зависит, я на вас надеюсь. Погнали. Опять у них прикол в том, что они часто здесь берут не Барли, а Дина. И когда берут Дина, у них начинаются проблемы, потому что Мортис прям очень все чувствует, очень отлично и игру читает. И, ребята, и у них будут проблемы большие, потому что в целом нам нужно чуть раскрыть карту, чтобы было более комфортно. И дальше уже Мортис делает свое дело. Ну вот, Нита вышла, ульта не очень хорошо зашла, но в целом мы покоцали его, заставили уходить, и ему на отходе Пайпер дала. То есть я коцаю, и там уже Пайпер издалека коцает, а если что-то есть, то Мортис принимает жертв. 8-0 и ульта. Блин, почти попал. Точнее, попал, но не до конца. Почти добил. И, в общем, 9-0, ребята. Остался один гем. Сейчас, если шахта засветил, значит, гем сейчас упадет. Ну вот, Мортис его сейчас тырит и все свалит. Но он еще издевается. К ним идет, смотрите. Жестко их троллит. Осталось, ребята, одна победа, и будет все, игра пройдена. На самом деле, я считаю, что игра пройдена, потому что дальше можно апться, но это все для рекорда. Планки никакой больше не существует. Блин, интересно, если я планку сейчас возьму, откроют новую планку, вряд ли мне награду дадут, походу опять придется задротить, но я в этом не уверен, потому что это очень тяжело, и на самом деле, когда так долго играешь, так много, становится уже немного даже противно. Но опять же, все это я делаю для вас. И, ребята, осталась одна победка. Вот, ребята, подобрал нам соперников. Окей, бык. Бык, конечно, это плохо, потому что у нас Мортис. Но если его заранее подготовить для Мортиса, то Мортис его законтрит. То есть Котсон его спокойно добьет и свалит с гемами. У них еще Джесси и Пенни. Ну вот, Мортис там начал наводить суету. А бык у нас тут гуляет. Сейчас попытаемся его выкурить отсюда. Ну вот, добили. Пока проигрываем 0-3, но центр наш, и в принципе это не обязательно. Как вы видели, в первой катке мы проигрывали там 0-8, просто зашел Мортис и убрал всех. Наверное, это обидно проигрывать. Очень жаль, ребята, что я не все катки записываю. Один момент был просто зверский. Мы проигрываем, все, отчет пошел, мы проигрываем 0-10. Я остался один, все трое там на базе, все не коцанные, все полные с хп, ребята. И, в общем, они идут к своему углу. Я пытаюсь дать ульт. Немного не так его кликнул. И эта ульта как разошлась. Умирает сходу Леон. Потом у меня уже появляется вторая ульта. Я даю вторую. Убираю Пенни. То ли там Пэм была, не помню. И, в общем, ребята, даю третью ульту и убиваю Дина. Холл, конечно, видел это. Не даст соврать, свидетель. Но такой видос, блин, очень бы крутым был. Жалко, я, конечно, это все не записывал. Просто, ребята, зашел, троих убил. На самом деле, рикошет и ульта очень рандомная. Иногда думаешь, что хорошо попадешь и фигачишь. А иногда как-то даешь нелепо и убиваешь просто всех. Так что рикошетом, ребят, с рикошетом лучше не шутите, но на самом деле мне он не очень нравится. Ему пофиксили дальность, и он себе так стал после этой темы, после всех этих фиксов. Теперь, я думаю, по-любому его будут усиливать. Но это не важно, ребята, потому что вот он у меня 666, 670 старплеера дали. И давайте я вам покажу самое интересное. Вот, гляньте, графа сейчас заполнится. Все, засветилось, ребята. Я там монетки еще не собрал, но она уже светится. Офигенный вид. Вот, ребята, игра пройдена. Блин, надеюсь, вам этот видосик понравился, ребята. Давайте, бросаю вам вызов, 5к лайков. Если добиваем, то я 15к буду добивать и обязательно все это выпущу для вас. Очень красиво, полная графа и супер. Мне очень нравится. Надеюсь, и вам тоже этот видос понравился. Всем удачи, ребята. Всем пока.